Активисты волонтерского центра «Единой России» провели заседание штаба. О работе местных общественных организаций в период пандемии рассказал директор Одинцовского молодежного центра, член партии «Единая Россия» Федор Харитонов. В рамках встречи первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, вручила благодарственное письмо местному предпринимателю Сергею Криничевскому. В период новогодних праздников его компания предоставила 200 килограммов мандаринов для передачи медикам.